Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня расскажем про интересную, с красивым геймплеем, ярким игрушку. Это голодный дракон, Hungry Dragon. Попробуем выполнить пару миссий. Заходим первым дракошкой зубастиком, самый маленький, самый слабенький дракон. В каждой серии мы будем вам открывать нового дракона и показывать, как им выполнять будем различные задания, друзья мои, в этой игре. Итак, что у нас есть, друзья? У нас есть карта, мы будем активно ее использовать, чтобы найти все буквы на карте и собрать слово «Hungry» – «Голодный». Это поможет нам сделать нашего маленького зубастика огромным, просто страшным драконом, который сможет быстро и много всего съесть и набить много очков, необходимых для прохождения этой игры. Красивый геймплей, летаем, поедаем птичек, собственно, поедаем все, что доступно сейчас дракону в этом классе. И вот мы нашли первое яйцо. Просто отлично, друзья мои. А для чего нужны яйца? Яйца нужны, чтобы открывать маленьких дракошек-помощников, которые в дальнейшем просто необходимы, и без них практически невозможно уже будет пройти игру. Какие-то дракошки будут прибавлять жизнь, какие-то будут замедлять всех юнитов на карте. А какие-то будут защищать вас от бомб, от лучников, от стрел и от всяких других опасностей, друзья мои, в этой игре. И вот у нас удача, и мы собираем с вами первую букву. У нас открылась сейчас золотая лихорадка, огненная лихорадка, которая делает все объекты, летающие и ползающие на карте, делают золотыми, и когда вы их сжигаете, вы сразу получаете за это монетки. Есть еще один тип лихорадки, но для этого сначала нужно открыть несколько огненных лихорадок, и тогда откроется в дальнейшем мега-лихорадка, которая даже позволит сжигать крупных объектов, там всяких троллей, всяких больших драконов, которые, кстати, опасны и могут вас съесть. И вот удачи, мы находим вторую букву и приближаем наш квест. То есть нам еще осталось совсем немножко букв найти, поэтому используйте активно карту. Вот опасайтесь, друзья мои, вот этих бомб, они очень опасны. Если вы врежетесь в такую бомбу, произойдет взрывчик, и вы потеряете много хп, много жизни вашего маленького дракончика. Вот еще одна буква, сейчас немного подкормимся, потому что необходимо постоянно питаться, пастух сидит, нечего ему сидеть, тоже съедим. Все съедаем. Спасся. Один спасся. Ну, ничего страшного. Съедим в следующий раз. Используйте, друзья мои, обязательно ускорение, так как это помогает быстрее перемещаться и быстрее поедать все объекты на карте. И вот у нас очередная огненная лихорадка. И, соответственно, быстренько всех сжигаем. Все превращаются в монетки. Монетки необходимы, чтобы в дальнейшем, когда вы, выполняя задание, будете открывать новых драконов, вы будете за эти монетки их, соответственно, покупать. Очень красивый геймплей игрушки. Подойдет для игры маленьким детям, мамам. Такая веселая, веселая познавательная игра, друзья мои. Иногда в воздухе летают кости, не поедайте их, потому что это будет бяка для дракошки. Находим еще одну букву H. И остается всего лишь две буквы, друзья мои. Этих троллей стоит опасаться, но я вам покажу в следующих сериях, как справляться с этими троллями. Сейчас попробуем собрать мы как раз мега огненную лихорадку и сжечь этого тролля. За него дадут много очков. И вот этот момент наступил, он превращается в золотого тролля, и мы его сжигаем. И получаем много монет и очков уже за эту первую миссию. Напомню, друзья мои, в каждой серии мы будем вам показывать нового открытого дракона. Вы сможете посмотреть геймплей. Абсолютно всеми драконами будем выполнять различные миссии. Собирать буквы, нашли букву Г как раз. И также будем открывать сундуки и новые локации, и новые миры в этой игре. Голодный дракон, Hungry Dragon. Если умирает ваш дракончик, можно воспользоваться кристаллом или посмотреть рекламку. Чтобы не тратить кристалл кристалла, нужно, конечно, обязательно копить. Открываем еще одну огненную лихорадку и собираем последнюю букву, друзья. И сейчас превратимся в огромного просто дракона огнедышащего.
Это уже просто не зубастик у нас, а настоящий огромный зубастище получился. Поедаем все на свете, все ему доступно. То, что не мог съесть маленький зубастик, этот зубастище может съесть все. И еще лихорадкой немножко заработали монет. Спокойная игра, самое главное следить за курсором жизни дракона и вовремя кормить его всеми летающими птичками, паучками, залетать в деревни, все там тоже поедать и, соответственно, повышать количество хп вашего дракона, чтобы он продержался как можно дольше. В дальнейших сериях я покажу вам несколько заданий, мы будем выполнять задания, там нужно будет где-то проплыть под водой, посмотрите, как бомбы опасны. Где-то надо будет выполнить какие-то разные другие интересные задания, друзья мои. И мы все это покажем вам в дальнейших сериях. Смотрите канал, подписывайтесь, не пропускайте новые сюжеты. Итак, давайте с вами посмотрим, что же мы нашли в нашем яйце. Какой же дракончик-помощник теперь у нас появится в дальнейших сериях Hungry Dragon, голодный дракон. Итак, открываем яйцо. В некоторых яйцах, друзья мои, будут выпадать золотые частички, которые позволят открыть редких маленьких дракончиков. Увидимся, друзья мои, в следующих сериях Hungry Dragon Голодный Дракон. И в следующей серии мы будем летать на безумном Жраксе. До новых встреч, всем хорошего настроения!